И молния только что сверкнула. Мы в ресторане. Что такое? Баранина. Да, есть, да. Пока. Тут две такие. С Москвы, как площадь Яковлева. Такой же, потому что. Наши придумали называть его ежик. Ничего себе. Да? Seafood? Yes. Okay. Это мое. Тём говорит, где моя картошка? Сейчас мама отложит ему картошки. Палочки. Велосипед стоит на своей подножке. Можно посмотреть. Вот, вот он стоит на своей подножке, бедный. Вот, вот такой сегодня ураган. Дверь открывать не буду, потому что все сразу зашумит. Ну и свет у нас отключили. Какой-то столб упал на провода где-то. Это все уже чинит, но света нет во всей, похоже, во всей республике. Ни в Гирной, ни в Лос-Анджаке, ни в Лапте. И вот в потемках разбираем покупки. Хорошая мне картина.